Меня зовут Алена, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать новые полоски для удаления волос на лице. Это очень бюджетный вариант, фирма Caramel. Это их новая линейка, которая называется «Точность лазера». Сегодня я буду пробовать удалять волоски над верхней губой, но вообще он предназначен также для удаления нежелательных волосков на бровях, то есть для коррекции формы, даже можно на щеках и на подбородке. Я не думаю, что на этой камере хорошо будет видно, насколько у меня здесь есть волоски. И это не может не радовать, не нужно прям там все это рассматривать детально у меня. Я знаю просто, что они у меня есть, особенно после родов это все активизировалось. Ох уж эти гормоны. Я из тех людей, которые предпочитают признать свои несовершенства и бороться с ними, а не говорить, что у меня все идеально, никаких волос нигде у меня не растет, у меня нет целлюлита и так далее. Тем не менее, всем остальным видно мои усы. Что у нас идет в комплекте? Это инструкция. Я уже с ней ознакомилась. Трафареты для бровей. Как это работает? Берете трафарет, который вам максимально подходит по форме бровей, или какие вы брови себе хотите по форме выбираете. Прикладываете к своим бровям, зарисовываете это все карандашом и вот лишнее убираете с помощью воска. Что здесь за трафареты сейчас оценим? Ну, честно, на любителя. Они, кстати, такие какие-то силиконовые, что ли. Такое чувство, что они все одинаковые. Я не уверена, что это хорошая идея вот так вот все делать. Наверное, это возможно, не исключаю, потому что здесь не прям экстремальная форма. Но мне кажется, пинцетом это будет намного филиграннее и удобнее. Дальше у нас идет сам вот такой вот аппликатор, шприц, скажем так. Внутри здесь у нас жидкий воск розовенький. Похоже на авторучку какую-то, которая выдавливает продукт. Идут салфетки, собственно, сами маленькие полосочки для воска, которыми это все мы будем снимать. Давайте уже побыстрее попробуем. Для начала нужно очистить кожу. Сейчас я это сделаю ватным диском, мицеллярной водой, умоюсь и вернусь к вам. Готово. Теперь берем, собственно, эту ручку, аппликатор, открываем крышку и где-то здесь нужно вот нажимать. Да, как на авторучку, просто вот нажимаете, идет щелчок. И ждем, пока у нас поступит продукт на кончик. Пахнет клубничкой какой-то всего лишь. Так, теперь наносим на область усов. Где-то здесь. По росту волос. Там написано, вот прям усики себе рисуем им. Очень липкая, прям очень. Если у вас в квартире прохладная, она плохо вытекает с носика, нужно будет в ладонях это все разогреть. Пробуем сначала с одной стороны. Прикладываем бумажечку эту. Приглаживаем опять по росту волос. И сейчас будет самое интересное. Нужно выключать микрофон или нет? Раз, два, три. Так, ну это не сильно больно, а здесь я вижу уже волоски, кстати. Я вам не буду сейчас близко показывать, это не то, что вам нужно видеть. Но да, у меня тут немножко раздражение, но оно сняло мне волоски. Неплохо, слушайте, очень даже быстро и комфортно. До этого я уже снимала обзор на полоски тоже Caramel, которые не в тюбике, а стандартные. Вот там было больно, серьезно. Дальше берем салфетку после эпиляции. Она нам сейчас уберет остатки. Она почему-то сухая. А не, здесь масло, она очень жирная. Там, кстати, написано в инструкции, что можно использовать просто растительное или оливковое масло, чтобы это все снять. В общем, убираем остатки и смотрим на результат. Вам теперь можно уже ближе показывать. Ну, немножко покраснело, но слушайте, ну прям очень гладко. Ничего нет? Я довольна. Класс. Давайте пробовать другую сторону. И здесь прям тоже классно сняло. Представьте, как странно видеть здесь на полоске свои волоски. Оказывается, их так много. Не все они видны. Не, ну а что, надо везде попробовать. Я уже так увлеклась. Уже не так больно, как это привыкла. Класс! Знаете, что мне здесь не нравится? Это то, что раньше это не нашла для себя. Это просто находка. 5 копеек стоит и блин. Очень мягкая, классная кожа, ничего лишнего. Никакого пушка и вот этих вот волос.
Себе еще точно накуплю побольше и маме своей тоже подарю. Классная штука, советую. Работает 100%. Не сильно больно по сравнению с обычным воском. У кого есть воскоплав, вот похожие ощущения. Полоски намного больнее, которые готовые уже с воском. Это нет. Вот эта штука вообще тема. Советую. 5 копеек стоит, присмотритесь. Я определенно еще закуплю много-много-много.